нельзя понять нормальным умом. Когда наш, например, наш спикер говорит о том, что сопровождая патриарха, президент нарушает Конституцию. Это совсем непонятно. Вы знаете, откуда этот ветер? Мне все время он очень интересен. Это ветер как раз советского сознания. Вот когда человек говорит, что президент светской страны может там сопровождать духовного лидера, этот человек чисто размышляет как большевик. Это большевик. Потому что на самом деле светское государство... Господин Канду, большевик – это открытие. Он однозначно большевик. Да? Он однозначно большевик. До основания затем? Абсолютно. Это совершенно очевидно. Это люди тоталитарного сознания. Главное, чтобы террор не начался красный. Ну, это на вот террор, я думаю, что но ему, не красный, на террор ему слабовато, но при нужных обстоятельствах и можно, знаете, пулю сделать из чего угодно. Очень многие мои, кстати, даже бывшие друзья, там, которые сегодня чиновники, говорят, ты там работаешь на КГБ, там, ты в русской церкви. И мне все время в этом смысле очень весело и смешно. А мы с вами вместе работаем. Господин Попович подрабатывает. Он не рассказывайте не... тайны, да. Не рассказывайте. А зачем? Почему нет? Да. Важно, не знаю. Я же вас не сдаю нигде. Но сама идея, понимаете, в чем для меня веселая. Я все время задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а что КГБ может получить с меня? Я могу рассказать исповедь чью-то. Ну, например, расскажу исповедь там, какого-нибудь деда Василия, что вот он там с утра повздорил со своей женой. Это очень важная информация для КГБ. Конечно. Они говорят, у вас, вы агент влияния. Я говорю, и на что я могу повлиять в этой стране? На Канду?